решил узнать, открыт ли каток. И, конечно же, я решил съездить туда на велике. Ну, и не пешком же ходить. Ну, и вполне себе нормалек едется. Даже не так, чтобы прям сильно скользко. О, сейчас, если камера не сядет, покажу вам, как выглядит ВВЦ зимой. Мы вообще в легкую доехали до катка. Только что-то он как-то закрыт. Я вот пытаюсь найти какого-нибудь живого человека, чтобы спросить, в каком там вообще все состоянии. Блин. Все, лег. Нормас. Ну, а, он, короче, такой полурастаявший, вот чего. Значит, он пока не работает. Ладно, валим, пока вопросы ни у кого не возникли. Пойдем посмотрим, что там в отдыхе происходит. Завтра просто похолодание какое-то нереальное, что-то там градусов до 10, что ли, днем. Вот, я поэтому решил, думаю, надо вылезти, катнуть. Кстати, интересно, что... ДТАш, помните, мы с вами поставили назад? Я думал, что будет плохо. На самом деле плохо только, когда тормозишь в повороте. Вот. А интересно, что на перед, да, на зубастый наматывается снег, и колесо начинает ехать очень скользко. А на ДТАш все вообще нормалек, потому что некуда налипать снегу, как я понимаю. Вот, поэтому слики зимой на вот таком вот снегу, странноватом и периодически на льду, ведут себя, в принципе, неплохо. Вот, мои вам наблюдения. Погнали на ВДХу. Во, я, короче, обнаружил каток. Вокруг ракеты теперь столько всего настроено, что вот там дорожка, она прям реально такая, человека на 3-4 в ширину. Вот, вообще некомфортно. А так, в целом, вон там какой-то лед есть. Это, пацаны, 15 декабря. Вот, снега нет, каток закрыт. В том году, что ли, не помню, короче, когда у меня был BMX, я как доехал зимой до ВДХ, и там был такой мост клевый, по которому можно было пройти с одной стороны на другую и посмотреть, как каточек выглядит. Вот, но в этом году моста никакого нет, там какие-то шары, ну, типа, как большие елочные. Вот, и тут какие-то инсталляции, можно в клетке посидеть и покружиться. Хотите посидеть, покружиться в клетке? Парни, батарейка, короче, сдается в камере. Но, по крайней мере, мы с вами добрались до главного входа. Это означает, что если я поеду просто обратно, то я проеду еще километров 5, а в сумме 10. Ну, вы сами догадались, да? Вообще очень круто, середина декабря, можно катнуть. Вот. Очень доволен. Всем покатушек. Если кто стесняется, смущается, боится кататься зимой, вон просто большие носки, вторые штаны и дополнительная кофточка, и вообще все окей. Покатушек всем. Сейчас, парни, если еще минутку найдете, я вам расскажу свой план, как я хочу почистить колеса, ну и в принципе велик, потому что на нижнюю трубу налетает достаточно много снега. Чтобы квартира была более-менее пригодна для встречи с девушками. Вот. С девушкой, конечно, с одной, единственной, самой лучшей в мире. Да, парни, пока камера работает, рассказываю. К счастью, у меня есть тазик. Вот, в нем есть щеточка, поэтому можно устроить вот такую первичную очистку. Вот. Потом я хочу сесть в подъезде, у меня там хорошо, достаточно большой вход. Вот. Сяду там чуть-чуть, подожду, пока растают остатки, потому что так вы все равно все не сможете снять. Вот, найду там какое-нибудь место, где какая-нибудь тряпочка есть, или, знаете, там от телевизоров картонки там кладут, вот что-то такое. Вот, и когда все более-менее согреется и растает, уже потащу в жилище. Вот, а так, в принципе, основная грязь была вот здесь. А, вот тут чуть-чуть. Ну вот, а так в целом все ок. А дома чуть-чуть смажу цепь, да, прогоню, чтобы это как его повеселее было.
И на этом наконец-то все.